Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые участники проекта. Сегодня у нас беспрецедентные события. В гостях у нас находятся Сергей Семенов и Павел Филиппов. И сегодня мы с ними побывали на строительной площадке Алабушева, которая уже успела преобразиться после некоторых событий, которые на ней происходили. И в этом видео мы с вами, собственно, поделимся впечатлениями и расскажем о том, что происходит. Да. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, здравствуйте. Вы первый раз находитесь в студии «Совалмаш» после того, как она преобразилась, скажем так. Вот расскажите ваши впечатления. Наверное, начнем с того места, где мы сейчас. Со студии, да, добрый день, вечер, или не знаю, какое время суток будет. Даже дорогие зрители, телезрители, можно сказать, потому что мы находимся в студии. Я был там в Останкино, на съемочных площадках. Вот такое ощущение, как будто я в студии какого-то то ли НТВ, то ли Первого канала. Потому что когда идешь по коридору, кто был в Совалмаше, знает, что здание находится, ну, такое старое, такое, грубо говоря, идешь по этим по коридорам, потом открываешь эту дверь и попадаешь в какое-то царство света, теплоты, не знаю, тишины и куча оборудования, как в фильме «Матрица» в каком-то. Это невероятная студия, это, наверное, самое интересное. А, так скажем, зрители, вы как смотрите, вот нас даже, я сейчас вижу, что видно будет, вы даже не представляете, что видим мы. Я сейчас, конечно, сделаю под съемку, покажу, что с другой стороны, но студия очень сильно впечатляет. Ну да, надо какой-то бэкстейдж снять, потому что свет здесь везде, свет сверху, камеры, очень серьезно. И зеленый фон сзади. Да, да, Паша, как этот, проводитель вебинаров в Туле. Этот, да. Ну, да, как я постоянно эти вебинары веду, и, конечно, я сразу вижу разницу. У нас вроде тоже камера есть, свет есть. Вот интересно, как это вот сказывается на каком-то итоговом эффекте, да, вот, может, вот напишите, как это вот чувствуется, да, это не чувствуется, вот что может быть важнее, да, насколько важно качество, звук может быть лучше сейчас, да, вот вы меня слышите с одним микрофоном, сейчас с другим. Интересная обратная связь какая-то. Ну, здесь вот, как говорю, как в Rolls-Royce, прям реально, то есть вот есть машины, да, там, а это как Rolls-Royce, прям, очень. Звездное небо. Да, звездное небо. Такая интрига, все уже думают, что же там, что же там такое. Ну, я думаю, мы покажем за кадром, что у нас происходит. Вот, но я думаю, самое интересное это то, как мы посетили строительный участок в Алабушево, Технополис, Москва. И вот расскажите, что вы увидели, что запомнилось и, собственно, к чему будем дальше стремиться. Ну, в Технополисе, получается, последний раз я когда был там, снимал, это было еще зелено, тепло, и там не начинались работы. Но сегодня нас очень удивило то, что там действительно объем проделан большой, то есть там этот городок построен, котлован вырыт, хоть там и все в снегу, но там видно, что там много рабочих, которые работают. То есть внутри мы, я тоже, кстати, первый раз был в этих в рабочем этом городке, в бытовках, там, оказывается, такая работа ведется. То есть это не как в офисе, когда много-много сотрудников сидит. Ну, это тоже мы подсняли, покажем. То есть работа ведется. Для меня было еще удивительно то, что она ведется зимой, потому что ходит же вот это общее распространенное убеждение, что нельзя зимой заниматься стройкой, начинать строительство и так далее. Ну, там нам объяснили, как все это работает. Ну, это удивительно было, да. Ну, по сути, для того, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, строительные работы на сегодняшний день ведутся, но, скажем, проект правильно управляется, и поэтому те работы, которые нужно выполнять сейчас в плане строительства, они делаются. То, что, скажем так, если наступают сильные морозы, можно ли проводить строительные работы? Можно. Но для этого необходимо сделать подготовку и потратить определенные суммы средств. Соответственно, здесь руководство, дирекция по строительству принимает решение некоторые работы подвинуть, если это не скажется на общем графике, возможно, даже наоборот его ускорит, потому что подготовка, она тоже занимает время. Ну и, собственно, все очень грамотно сделано и продолжается. Ну да, интересно было посмотреть, действительно. В бытовках тоже ни разу я не был. Я вообще думал, что там просто, не знаю, отдыхают, может быть, да, живут. Я честно думал, что живу, да. Я думал, что люди приезжают. А оказывается, это полноценные такие офисные помещения. Теплые, причем внутри, да. Ты когда находишь, ты не думаешь, что это какие-то вот как контейнеры. Они с виду выглядят как контейнеры. На самом деле, да, внутри как будто здание находишься. Полноценные офисные помещения, причем стены все там завешены грамотами, эти хака мозгов. Такое ощущение, что здесь люди очень давно уже живут, годами, да, а на самом деле вот только было собрано. Получается, да, мы походили по всем этим помещениям, посмотрели саму площадку. Площадка действительно вот... Ну, конечно, когда вживую видишь все это немножко иначе, прям видно этот масштаб, то, что это действительно огромный котлован, он там засыпан снегом. У меня вот как раз-таки были первые вопросы, как вообще зимой строить. То есть я в этом не очень хорошо разбираюсь.
И как раз с ним общались, так понимаю, с руководителем, да? Да, познакомились с руководителем по строительству, представителем, да, Цувелмаша настроителя. Да, в том числе, да. Да, и вот он рассказывал, вот, может, видео тоже это будет, видно какие-то кадры, да, там, вот он рассказал, как это делается, как строят в зимнее время, как работы проходят. Ну, в общем-то, как я понимаю, да, наверное, раньше, когда там говорили, что зимой не строят, сейчас прям действительно есть технологии, которые позволяют это делать, и, может быть, конечно, это дороже, да, чем летом в чем-то. Конечно. Но в целом это имеет смысл экономически все равно. То есть это не то, что там в 10 раз дороже и не надо строить. Скажем так, тут все зависит от общего проекта здания, от той работы, которая будет происходить. Почему? Потому что смысл в том, что здание, которое для нас изготавливает компания «Астром», оно ну, довольно легкое в сравнении с бетонными основательными зданиями. А это каркасная конструкция, которая будет теплая, которая будет экологичная, современная. И как раз-таки поэтому и был выбран вот такой вариант, что все работы, которые сейчас проходят, не тормозятся, а идут в срок. Да, здорово. Я, конечно, думаю, что как будет возможность, вот когда там... И с коронавирусом ситуация будет понятнее, когда уже будет что показать вообще, да, вот было бы здорово, чтобы люди это тоже увидели. Потому что, говорю, даже вот я смотрел ролики, и сейчас я приехал, увидел, как вот уже этот котлован выглядит, конечно, эффект другой. Я думаю, прям многим будет интересно, так что, надеюсь, у всех инвесторов будет возможность это увидеть своими глазами. Ну, когда-то точно, просто вот побыстрее, я имею в виду. Ну, здесь, скажем какие-то так, этапы вот эти интересные. Единственное, поймите нас правильно, и это не значит то, что каждому инвестору нужно будет приезжать отдельно и пытаться попасть на площадку. Да, я имею в виду какой-то, может быть, событие сделать, да, как мы тогда проводили вот уже, когда нам только, значит, когда там, ну, только паспорт объекта был, да, вот мы проводили в Алабыше подобное мероприятие. Хотелось бы что-то подобное провести вот в этом году, может быть, летом, да, когда уже, во-первых, будет что показать, во-вторых, когда будет такая возможность. Я прям думаю, это очень интересно будет. Я думаю, всем будет интересно на это посмотреть. Да. Ну и впечатление, собственно, от того, что происходит на арендованных площадях, потому что также вы сегодня здесь увидели эти работы. Да, кстати, еще третье, где мы были, сейчас вот, когда мы сюда поднимались, здесь же лаборатория, которую мы, ну, вы давно ее не показывали, да, а там все действительно... Стало так плотно, там столько всего лежит, что я не знаю, можно там, что я там подснимал, показывать, ну, не показывать? Тут, скажем так, вопрос, конечно, открытый, нужно будет посмотреть, но смысл в чем? Мы на новогодний, вот, собственно, отчетный вебинар, который готовили, показывали сюжеты с лаборатории, и сейчас мы готовим подробный видеоролик, который, собственно, уже... Ну, в общем, в лабораториях теперь еще больше оборудования я увидел, там, как-то, не знаю, десятки электродвигателей разных размеров на разных там стендах, там, разных форм вообще, которых здесь раньше не было. То есть там сейчас очень плотно, и я не знаю, ну, посмотрим, что там в роликах будет, что вы объясните. Это интересно. Да. Здорово, здорово, когда вот ты прикладываешь усилия, да, для реализации, там, в данном случае, проекта, и потом ты приезжаешь, и ты уже видишь то, что это не просто там какие-то мечты, цели, да, то, что это уже прям вот сделано, да, физически воплощается. Это, конечно, интересное чувство. Да, не, я ничего не хочу. Я хотел сказать то, что обратите внимание, уважаемые зрители, на то, что сегодня собрались, собственно, представители двух, можно сказать, стихий. То есть те, кто собирают, собственно, инвестиции, и те, кто реализует техническую часть проекта, и даже строительную, я бы даже сказал, трех стихий. И это действительно сложный многогранный процесс. Проект, он состоит из множества составных частей. И вот, в принципе... Да, осознать вот это, если честно, достаточно сложно. Даже вот, хоть мы там с самого начала проекта, хоть мы, например, понимаем, но когда ты смотришь, ты же не по экрану, поэтому ты действительно не понимаешь. А потом приходишь, смотришь на эту стройку, и КамАЗы, самосвалы, грузовики, что вы тут все делаете, какие-то схемы. Ну, и ты понимаешь, что типа команда, ты же все равно как-то в своем... варишься высоко, а понимаешь, что, допустим, команда, которая занимается там, подготовкой строительного здания, строительством здания, она, ну, как бы тоже, ты, ну, иди еще собери ее, и, там, построй и сделай. Ну, важно, то есть прям невероятно. А оно же за кадром все, оно за кадром, она также за кадром, как там наша работа, что типа, что мы там делаем, что-то делаем, ну, где-то в Африке там, или в Таиланде, ну, что-то делаем. А какой-то результат, так и здесь. Пока не углубишься, вот в суть непонятно, что происходит. Ну, Сергей, вот Павел, на ваше... По-вашему, скажем так, правильно ли, что выбрали такую систему управления, когда определенные команды ответственны за определенные участки работы? То есть помогает ли это в общем проекту, или это все-таки его тормозит? А я не знаю, бывает по-другому. Ну, бывает. Бывает, когда никто ни за что не отвечает. Конечно, ну правильно, что Длинов, он опытный руководитель, грубо говоря, там тоже еще...
мы не допонимаем половину, мне кажется, того, что у него там за душой, грубо говоря, там, в опытной сфере. Он ну, и там был, и там был, и там был. И, ну, пока вот, и я что хочу сказать, вот, допустим, тех, кто, опять же, были здесь, наверняка посмотрят, вот, как здесь сделаны ремонты, да, то есть как тут лежат там трубы, грубо говоря, ровно, что тут нигде ничего не подосыпается. То есть здесь вот какой-то такой, ну, видно, что кто-то делает, делает там с опытом, что нету здесь, кто подрядчики крутые, что подрядчики, какое отношение, знаешь, когда мы туда пришли, они такие, тын-тын-тын. Ну, то есть, что, ну, как бы Совалмаш там очень уважают, грубо говоря, когда вот стройка вот эта вот, что нету такой, ну, недопонимания, так скажем, в глазах. Вот, это, скорее всего, значит, управленческие навыки там какие-то. Важно. Ну вот стоит отметить то, что на самом деле мы выбрали генерального подрядчика, uh-huh. это компания «Хака Москва», uh-huh. которая занимается, собственно, строительством и отвечает за строительные работы полностью. Но и также у нас есть субподрядчик. Uh-huh. И здесь нужно отметить, что «Совалмаш» контролирует работу не только генерального подрядчика, uh-huh. но и также основного из субподрядчиков – это компания «Астронт», которая uh-huh. занимается изготовлением. Вот, металлоконструкции, да. Я бы даже сказал, не только металлоконструкции, но и в целом самого здания. Потому что сборку, uh-huh. монтаж этих металлоконструкций uh-huh. будет также производить компания «Астронт». Uh-huh. И происходят рабочие совещания, встречи. Вот, в частности, то видео, которое мы снимали с Дмитрием Александровичем с площадки, uh-huh. вот, uh-huh. скажем, первое новогоднее. Да. В этот день uh-huh. была большая оперативная встреча, на которой присутствовали угу. представители всех компаний, задействованных в этом проекте. Ну, когда там много машин стояло, да, типа вот это все. Ага. И вот действительно работы очень много. То есть Совалмаш контролирует огромное количество работ, точно так же, как и Solar Group по своему направлению. Огромное количество людей вовлечены в все эти процессы. Угу. И, ну, я не думаю, не вам рассказывать об этом. Да, и многие не публичны же, то есть ну, многих не знают. Вот, конечно. Там, да, и поэтому может казаться, что процесс... Я сегодня об этом подумал тоже. Да, очень много людей, которые очень экспертны, когда ты с ними разговариваешь, ты понимаешь, то есть, ну, как вот... Как бы с Дмитрием Александровичем, да, ты с ним разговариваешь, какой-то вопрос задают там на вебинаре, я думаю, какой-то вопрос, а он берет, отвечает, думаю, ничего себе, думаю, как бы такой тонкий вопрос, сразу понимаешь, что эксперт. Мы же не каждого здесь, пытаемся, да, раскрыть. И здесь то же самое, там какой-то постройки вопрос, он такой, ну, очень тонкий, да, и человек отвечает легко, то есть прям понимаешь, что он не то, что ну, не на поверхности, да, то есть он прям очень глубоко в процессе. Этих людей никто не знает, и вот этих экспертов, профессионалов в своих направлениях, их очень много вообще в проекте, в принципе. Было бы интересно, может быть, их показать действительно, если кто-то... Как герою, да. Да. Ну, еще интересно то, что с руководителем по стройке мы говорили, он, ну, я ему задал вопрос, есть ли какие-то сложности или особенности возведения этого там, сооружения. Он такой говорит, о, ничего, говорит, это говорит, вообще идеальное место, идеально все было сделано, никаких там грунтовых вод, никаких вообще проблем, ну, мы эти здания поперестроили очень-очень много, говорит, и вообще ну, нет даже оснований, что там ну, типа возникнет какая-то непредвиденная такая сложность, которую мы там не решим, или все просто говорится, в штатном режиме строим. И это действительно очень важно. И это говорит о том, что уровень подготовки к строительству был очень высокий. Да, все подготовлено, да. Но да. Ведь еще стоит отметить то, что подготавливались не только вот к самому строительству на данной площадке, но а также был правильно вообще подобран... Сам подход, да, подход, к делу, да. То есть проектная документация создана, выбрана правильная площадка, которая и для строительства, скажем так, не имеет негативных последствий, по крайней мере, они минимизированы, и в то же время все налоговые льготы и преференции, которые мы получаем на выходе. Ну, даже леску есть, там это прям проезжала рядом, получается, там мы с этим. Да. Охранная зона, опять же, то есть. Ну, уважаемые коллеги, поэтому, собственно, сами видите, что процессы рабочие идут. Некоторые процессы мы вам показали в этом видео за кадром. Ну, скажем так, мы были за кадром, а процессы вы видели. Я надеюсь, что вам это интересно. Обязательно оставляйте свои комментарии, пожелания с тем, какой контент вы хотите видеть больше, чаще. Оставляйте свои вопросы, и мы постараемся, я думаю, на них ответить. Да, мы с удовольствием будем приходить к вам в гости, если будете звать. И действительно, это интересно. То есть, надо из стула, надо выезжать. При возможности, опять же, при вашей загрузке, при загрузке работников Совалмаша, мы можем проводить какие-то определенные встречи, мероприятия, где точно так же наши зрители смогут получить возможность ответа на их вопросы. И новая информация. Я думаю, это будет интересно. Супер. Да. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо вам. До новых встреч.